Всем привет, дорогие друзья, с вами Discord и Skype. Позвони мне. Всем ку. Всем привет, дорогие друзья, с вами Рома Сибирский, поздоровайся. Всем привет. Сегодня будем играть на сервере Prison Classic Restolix. Вот вы видите на экране, кто мне скинул бабок. Спасибо большое, уважение, респект. Вот, и что я могу сказать? Вот что ты можешь сказать по этому поводу? Все это время это был я. Это был ты. Смотри, тут топы по уровню дикие. 38 это, кстати, последний, окончательный, скажем так. Топы по блокам. Я себе купил здесь бустер вечный 0.1 дополнительный. Вот этот чел меня звал на призен. Big play. Вот. Поэтому, да, ребят, мы здесь. Бирского, кстати, нет, все, он пропал навсегда. Он копает, смотри. Землекоп, я мой анимешник. Не, они, конечно, удобно сделали, то, что нажимая таб, ты открываешь еще и количество, то есть, меню. Количество утерянных хромосом. Да. Показывает, сколько надо вскопать всякого шлака, блока, шлака. Показывает, сколько надо выучить букв русского алфавита, чтобы стать человеком. То есть теперь уровень апается без денег? Да, самим, сам собой. Потому что ты просто, это логически верно стало. То есть ты прокачиваешь свой скилл, накапываешь, то есть ты более опытным становишься и апается левел. То есть сейчас стало логично в этом плане. Логично. Вот. У меня есть небольшое количество средств на счету. Вот. Я не буду говорить, сколько, иначе, будет смущение. У меня автосейл куплен, кстати, я же донатил. Вот. Вот. Поэтому с автосейлом поприятнее, конечно, будет. Но это не то, что имба, это имба в каком-то смысле. Мне очень много раньше призонистики, призонеры доказывали то, что это имба. И типа, когда я говорил то, что это ненужная тема, мне говорили, ой-ой. Вот я говорю, ребят, что это ненужная тема, у меня всегда был автосейл именно. Ну ладно. Не, я говорил, потому что он у меня был, потому что я знаю, о чем говорю. Вот, и чё? Слушай, где продавать? Вот, он писит здесь, и где он? Вон там. Ты просто когда отбежал, он же помер, вот и все. Вот, в общем, автосейл, он спасет тебя только от того, что тебя за ПВПшат где-то в шахте, когда ты копаешь, да? Если там есть ПВП. А в другом случае он нафиг не нужен. Я накопал столько блоков и получил всего $1. Охренеть. А сколько у тебя дапа нужно блоков накопать? Какой у тебя прогресс в процентах? 17. 17%, понятно. Я, ребята, сочёл вот на этой шахте сейчас. Вот на этой вот копаюсь. То есть, я буквально там чуть-чуть покопал, но сейчас я нажму тап, вы увидите. То есть там вообще ни о чем я накопал. Вот видите. То есть совсем чуть-чуть. А, во время бустеров я немножко покопал раньше, поэтому у меня, видите, блоки 19 тысяч, а по факту 16 там с копейками. То есть я во время бустера немножко покопал. Я сам хотел приобрести бустер для дорогих друзей, но в чате писали то, что уже не стоит, то уже все уходили. Я не слушай, стал. Тут написано онлайн 57 человек, но на тайве при этом не столько. Тут они что, разбили онлайн по шахтам или что? Видимо так. Типа кто-то находится на спауне, кто-то там. Но это же бред полный. Я не знаю, но в любом случае на FPS влияет позитивно, поэтому я очень сильно рад. Вот. Без шейдеров, ребят, снимаю сегодня, потому что, к сожалению, многим, ребят, шейдеры не нравятся, да и сложно подобрать шейдеры, которые будут нормально работать на всех серверах Crystallix. Это очень сложно. И плюс будет темно вот в таких шахтах, да, где нет освещения. Поэтому, ребят, не вариант. Вот у меня тут чел какой-то есть, как раз он в табе. Евген, маленький наш друг, очень маленький, очень друг. Он такую дыру выкопал 3x3. Чел. Ура, дырка. Ну, кстати, есть кожанка, мне еще челик предоставил кожаночку, поэтому тоже чуть более приятно, чем ничего. Вот также я скинул, по-моему, не помню сколько, $12 000 или сколько, подписчику. Вот, потому что он говорил, ему нужно было очень сильно на ап до железки 3, по-моему, защита 3. Ему не хватало, вот. С доплатой или без доплаты хз, скинул, предоставил. Вот, поэтому видите, ребят, и мне помогает, и я помогаю. Нормально здесь ребята в чате общаются. Это призон, привыкай. Нет, тут своя атмосфера на самом деле, то есть если вникнуть, если осознать это все, то ты преисполнишься на самом деле. То есть они РП отыгрывают, да? Да, тут понимаешь, это целый мир. Тут это как банковская карта, понимаешь? Тут войдешь, и это не факт, что выйдешь. Потому что не из плохих всяких штук, а просто потому что, это ты почувствуешь свой дом, понимаешь? Ты почувствуешь, что ты будешь путать, где твой дом настоящий. То есть он в реальном мире, там, где ты сидишь, или он на сервере. Или у меня пробел, я еле-еле, механическая клава, чуть-чуть пробел тыкаю, вот миллиметр, у меня срабатывает. Поэтому я раньше как-то пальцы ложил на клавиатуру, знаешь, на механическую, на мембранную, но бесшумную и очень с маленьким ходом. И ничего не происходило, то есть нужно прям, нажать, чтобы произошло действие. А тут прям чуть-чуть я руку просто расслабил, бам, прыгаю. Бам, и все, это прыгаю. Хорошо. Я не знаю, для кого это хорошо. Это... может, срабатывания, да, такие будут.
Не, у меня такого... Да, не, я привык свою руку расслаблять на клавиатуре, понимаешь? Поэтому не, у меня срабатывание это периодически бывает. Shift, там пробел. Потому что у меня пальцы всегда на этих кнопках в играх. Всегда. Но нажимаю их не всегда. То есть они у меня в расслабленном состоянии. Поэтому я чуть-чуть, да, кстати, бам, срабатывание. Я понимаю, что разные свечи бывают. У меня красные. Красные — это бескликовые, максимально такие профессиональные игровые, да? Типа... У меня такие же. Но, опять же, у меня не было цели никогда купить игровую клавиатуру. Я прям с целью играть. У меня была цель купить качественную клавиатуру, чтобы она была качественная, чтобы было приятно за ней работать. Вот и все. На игровые особенности, кроме подсветки, мне плевать. Игровую подсветку я не считаю игровой особенностью. Мне кажется, подсветка — это база. Это прям база. Согласен? Согласен. Я повысил свой уровень, теперь мне написано, что я должен добыть 200 мухоморов. 200 О, это нажми на английскую кнопку M на клаве и выбери «Вытоптанные земли» шахту. О, слушай, они сделали картинки для этого. Да, давно очень, давно очень. Вот это прикольно. Но если бы это все раньше, потому что сейчас... Ну, Prison, как по мне, уже... Ну, самое лучшее, себе. Скажи, да? То есть в России аналогов нет. Согласен? Ну, может быть и так, но он изжил себя. Он изжил себя. Подошел, продал ничего и пошел копать. Вот сверху, так понимаю, грибочки копаешь, а все остальные блоки ты уже копаешь под слоем сверху. То есть там еще есть определенный тип земли. И, то есть два типа земли, короче, еще помимо этого есть, насколько я знаю. И ничего, даже алмазники не... копаются профессиональные, то есть абсолютные типы. Такие, вообще, таких вот хочется найти их просто вот и поздороваться с ними, и все, понимаешь? Такие дела. Подожди, сейчас смотри. Давай. Дипломат. Понапихаем. Напиши, привет, как дела, дай бабок. Давай, пиши. У него глаз HD-шный, то есть, ну, как говорится, признак HD-глаз равно позор. Да, или как там правильно говорится. Ну, ладно, не будем шутить, все нормально. Вот у меня HD-скин тоже, как видите, по надписи на спине, но это такой же скин. То есть, на самом деле, это пиксельный скин обычный, да, майнкрафтерский. То есть, я идеалы Майнкрафта не предал. А то, что на спине, это меня подставили и сами написали баллончиком. То есть, ну, как бы... Что ты сделал? Ну, ты стоишь, копаешь, тебе баллончиком в задней спине пишут название канала. Ты же ничего с этим не сделаешь, правильно? Когда толпа побежала, тебе остается так впитывать. Вот я ему пишу, дай лопату посмотреть позже. То есть у тебя бизнес начинается, да, как я понял? Да. Я, кстати, не знаю, есть ли тут разделение локальный чат и глобальный, потому что непонятно. Тут как бы, ну, не видишь, в чате нет разницы, как ты пишешь глобальный или локальный. Поэтому мне кажется, тут здесь нет разделения никакого. У меня просто... В инвентаре лежит чернозем, и тут капсом. Чернозем. А у меня еще этот блок в руку берешь, он белый, понял? Фулл белый. У тебя тоже? Да. Офигеть, я думал, у меня только из ресурс-пака. Типа, у меня ресурс-пак, который, ну, нестандартный майнкрафтерский, а фейсфул, который повышает разрешение текстурок. Капец, алмазники здесь, жесть просто. Ну, в общем-то, что, ребят, в принципе, здесь надо копать и еще раз копать, добывать вот эти вот самые блоки. Вот. Мне нужно, можно, в принципе, уже, ну, сейчас нет, понятное дело. Но в будущем покупать более хорошую кирку. Вообще, кстати, если тебе падают ключики, не открывай их поначалу. Хотя тебе может очень крутая вещь выпустить, может быть, но лучше не открывай. А я поначалу продавал ключики. Во-первых, чтобы продать ключик, нужно заплатить комиссию, по-моему, $2. Или любой товар на аукционе. То есть ты платишь, и после этого только выставляется у тебя. И ты продаешь ключик за разные суммы, 50 баксов. Я доходил до 65 баксов, понял? То есть я разные суммы как-то пробовал, начиная с самых маленьких. То есть просто ах, пробел сел, пробел стоимость. Ты умеешь, да? Ты же профессионал, верно? Да. Вот. Это что такое? Да, донатеры, открытки, ясики на спавне, да. Да, заняться нечем, дали бы мне лучше денег. Дали бы тебе лучше бы ключи, правильно? На крафте ты бы открывал, верно? Верно. Вот скажи честно, признайся, на Новый год ты мечтал открыть 20 ключей на Кристалликсе. Ну, открыл на другом проекте. Признайся, вот лучше бы на Кристалликсе, вот прям лучше бы влил все свои последние бабки сюда, залил просто. Согласись. Да. Появился босс, Люмпин. Нет, ошибся ты, Люпен. Люпенчик маленький, это Бирский появился. Там чел со скином Бирского чисто бегает. Понимаешь, о чем я? Я не могу туда попасть. Я хз, я даже сам не знаю. Тут есть гетто, прикинь. Тут есть очень много всего непонятного, то, что я пока не знаю. Вот. То есть я был профессионалом лютым на призме, это факт известный, общепринятый. Но сейчас вот столько времени прошло, и тут ну, настолько много разных вещей добавили, которые, ну, во-первых, они все добываются с левелом. Во-вторых, нужно в этом разбираться и вообще нарабатывать скилл. Потому что мы, по факту сейчас, не считая мой баланс, новички. Ну, по факту новички. Новички с 20 тысячами блоков скопанных. Вот такие дела. 543. Но это пока. Я знаю, что ты будешь ночами и днями копаться здесь ради топа, ради всеобщей идеи победы. Сегодня посмотрел видос у мистера Биста, американского ютубера, у которого 100 лямов подписчиков, про... Закрутил. Короче, видос у него. Кто первый скопает 1 000 000 блоков в Майнкрафте, тот получает 30 тысяч баксов. Там щелы просто днями и ночами не спали и копали. В итоге, а короче, тут, прикинь, тут еще самые моменты, что, прикинь, ты, допустим, нос зачесался,
все, просрал секунду, и все, уже проиграл. Ну, тогда... Но некоторые, типа, спать ходили, и при этом они умудрялись выиграть. Там чел за 4 дня 10 часов, например, поспал. Но он, короче, что делал? У него оставалось 1000 блоков, его какой-то чел догнал, который позже него даже начал, еще обогнал и победил. Но тому челу, который проиграл, дали 20 тысяч долларов за второе место. Неплохо. Особенно, если это изначально не декларировали. А там с вебками были или как? Просто он же человек мог отдать своему другу копать, допустим, поочередно. Типа 50 на 50 делят. Ну тогда так и делали люди. Это дело в том, что, короче, еще кто был лидером, допустим, был в топе, и как его оставалось совсем немного, этот ютубер делал так, что он включал PvP и говорил: «Я дам 5000 баксов, если вы его сольете». И он реально так делал. Это же жесть. А подожди, ну один раз сольют, не постоянно? Один раз всего, да. Так это... А что, ну типа, если один раз сольют, то что, ну, ты же немного потеряешь. Ну относительно, хотя... Ну из топа тебя выкинуть, конечно, возможно. Дело в том, что я смотрел, они там все себе накрафтили алмазная броня, зачарованные, типа, лопаты. Ты это как? Теряешь, тебе все заново надо сделать. А, подожди, они копали вообще просто в обычном Майнкрафте блоке? Да, да, там типа листву делали, там это еще сложно, я думал, фермы. Знаешь, я думал, как шахта в Призине чисто. Не-не-не. Бесконечная лопатка, а тут самим все. Офигеть. Вот, так подожди, снег считается блок? Потому что можно же поставить снеговика и под ним чисто копать. Вот это я не знаю. Мне это кажется, вообще имба. А как нет, ну, это типа... же блок. Ну, это не... Это даже не полублок, это не блок, не полублок. Да как это... не блок-то? Это ты можешь его выдать себе и поставить этот блок. Ну, не знаю, мне кажется, они это просчитывали. У них там плагин стоял, который считал количество скопных блоков, как вот здесь, например. И прикол еще был. Какой? Забыл. Неважно. Забыл. Да. В общем, ребят, как вам Призн? Хотите ли вы увидеть еще на канале? Если да, то не забудьте поставить лайк. Также накрутите дизлайков под видео Бирского. Шуть нет. Ссылка на канал Бирского находится в описании. А также мерч официальный Бирского, его футболки с его именем и фамилием тоже находится в описании. Переходите, оформляйте предзаказы, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, ребят. За Призн, я за аниме, правильно? Нет, осуждаем полностью, не поддерживаем. Вот, и в общем-то говоря, Кристиан же Кристалликс, я думаю, вы уже должны были запомнить, да, если не знаете. Ну, в принципе, в правой части экрана написано и по центру, и снизу, поэтому ну, если забыли название, то на экране в принципе увидите. Все. Призн Классик, с вами был Ромус Бирский. Всем спасибо, счастья, здоровья, там не болейте. Пока-пока. Всем пока.